Лео, как переведите там Армагеддон. Два. Как ты, Лео? По базу ничего не понимает он, походу. Как дела? Слай, секрет, что ли? Нет, нормально. Устал, после двух дней. Устал. Слай, устал. Слай, устал. Глаза, Толгач, покажи, глаза. Возьмите лоб пульс, у меня 230. Кто знает, кто похож на Шерминатора из американского пирога? После трех кругов хода. Сашка вообще не устал. Даже не вспотел. Сашка, так что так по носу главного тренера, ты бы слышал. Камера была включена, нет? Да, я включил. Оставляю это? Оставляю. Он что-то чувствует, смотри, повернулся на нас. Что-то чувствует, смотри. Он летит, Лёв. Смотри. Что-то чувствует. Он посмотри, тренер. Чувствуется, что Сашка его поливает. Не все твои шутки понимают, да? Не все понимают твои шутки. Азамат, а ты что там делаешь? Я не могу понять, как я в эту группу попал, сам их выносливый. Сергей! Что-то не то. Наталин говорит, что хочет делать. Кто? Смотри, Азамат, ты. Делай! Молодежь. Алло! Николай Афанасьевич бьет. Давай с тобой, Афанасьевич. Он идет длинный. Афанасьевич, по три удара. Ой-ой-ой. Раз, два, три. Брат, смотри. Как мы степиком не можем. Ну. Как уж мы играли там опять. Не, ну ты видел, что творит Афанасьевич? Что творит? Да, всегда он такой. Кто не удар, то девять. Что, Николаевич, это не пропьешь, не прокуришь, как говорится. Поэтому Афанасьевич, тем более, не пьет и не курит, представляешь? У него все переумножилось еще с опытом.
Я представляю, как он 60 будет бить. Судя по всему, сейчас будет какое-то сложное игровое упражнение. Дмитрий Сергеевич остановил тренировку и объясняет ребятам, что сейчас будем делать и кто где должен находиться. Привет.